Локомотив победил Нижегородская Торпеда, но Роу недоволен игрой своих подопечных. Впрочем, наставник считает, что хоккеисты не показали максимума из-за неудачно составленного расписания матчей. Железнодорожники накануне отличились первыми, затем забили еще. Нижегородцы ответили лишь одним голом. Сейчас команда готовится к последней в регулярном чемпионате выездной встрече. Пройдет она 1 февраля в Мытищах, где Локомотив встретится с Атлантом. Начали матч не очень хорошо. Я связываю это с тем, что с последней игры прошло 5 дней, и из-за этого перерыва мы несколько ухудшили командное взаимодействие, ослабили игровые связи. Во втором периоде выглядели гораздо лучше, но в третьем вновь сыграли неудачно. Был порой пожар в обороне, но это тоже по причине того, что перерыв выбил нас из игрового ритма.